Я в эти глаза не могу надышаться и вновь. Не могу я понять, кто ты есть для меня. Не хочу я делиться тобой. Я тебе наполовину друг, на другую половину враг. Ты со мной, собою будь, но с другими не делай так. Улететь догорев, словно дым сигарет, от меня ты захочешь это. Не могу я понять, что со мной не так. Не могу перестать ревновать. Я тебе сегодня все прощу, и от тебя уже не отпущу. Я тебе сегодня все прощу. Ты моя привычка вредная, убивай меня тихо, тихо, медленно. Прожигай мои легкие изнутри. Ты как дым, закружи меня, как никотин. Обниму, но не ту, и опять закурю. Вся жизнь далеко, чтобы дымом хотя бы заполнить как-то внутри пустоту. Ведь сколько рук коснулось рук твоих, но не мои. И сколько губ коснулось губ моих, но не твои. Я тебе наполовину друг, на другую половину враг. Ты со мной собою будь, но с другими не делай так. Я тебе сегодня все прощу, и от тебя уже не отпущу. Я тебе сегодня все прощу. Ты моя. Ты со мной, собою будь, но с другими не делай так. Я тебе сегодня все прощу, и от тебя уже не отпущу. Я тебе сегодня все прощу. Ты моя. Всем привет, я Бахти, спасибо, что досмотрели таки наше видео до конца. Мы сняли для вас два видео с двумя лайв-песнями «Никотин», это новая песня, и «Крылья», это полюбившийся вам шлягер. Одно из них, из этих видео вы только что посмотрели, а второе вы можете посмотреть, нажав куда-нибудь здесь, мы потом поставим обязательно кнопочку. Вот, я хочу вас попросить, подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал и раскидывайте, собственно, это видео, это нас поддерживает творчески и заставляет нас творить дальше. Подписывайтесь на мой инстаграм, твиттер и так далее, там подобное. И вообще, как сказал Ваня Ургант, чтобы было бы больше лайков и подписчиков, в кадре должен быть кот. Как минимум кот. Есть у нас кот? Иди сюда, кот. Ты будешь котом. И младенец. И младенец. Ну да подожди ты. Младенец нам нужен. Ваня Ургант прав. Больше всего лайков собирают в интернете друзья, коты и дети. Котов и детей у нас нет, но это кот, это ребенок, ну и должны быть очки по-любому. Подписывайтесь на мой канал. И чуть не забыл, подписывайтесь на мой второй канал «Музыка от души», где я публикую талантливых ребят, точнее их творчество, их песни.
и музыку. Поддержите молодых талантов тоже, да и вообще много хорошей музыки найдете в свой плеер. Берегите себя.